На Лыжне вообще нет ни ресторана, ни туалета, но это людей не останавливает. Всероссийский день зимних видов спорта в Кузбассе отметили масштабно. Например, к Лыжне России в Междуреченске присоединилось 452 человека. Младшему участнику забега едва исполнилось 3 года, самому возрастному было 83. Мастер-класс показали и воспитанники спортивной школы. О других новостях и победах наших смотрите далее. Тестирование ГТО продолжается. Междуреченцы выполняют норматив – бег на лыжах. В этот раз участие приняло почти полсотни человек. Это работники обогатительной фабрики «Распадская», школьники и все желающие. Самый возрастной лыжник в свои 65 лет пробежал 3 километра за 18 минут и 9 секунд. Среди школьников лучшей стала Анастасия Терентьева. Она пробежала 1 километр за 3 минуты 46 секунд. Лыжные гонки – традиционное зимнее мероприятие. Но, как отмечают специалисты центра тестирования, уже совсем скоро междуреченцев ждет бег, стрельба, проверка на силу и гибкость.